Всем добрейшего времени суток, с вами снова Гараныч, 56-я бонусная часть видеопрохождения игры Dark Souls 2. В этой части покажу, как выбить кольцо с серебряным змеем плюс 2 для любителей пофармить души. Это колечко выбивается из миты той самой медузы Горгоны, которая находится в земляном пике. Но прежде чем все это дело показать, давайте посмотрим то, что осталось за кадром предыдущей части. Посмотрим, что там еще внизу можно найти, где ящерицы-проклинашки находятся. А уж после этого сходим в земляной пик, убьем эту королеву. И в конце я покажу, как можно сделать из ее души клинок. Клинок достаточно прикольный, даже не клинок, а нож. Но для персонажа, прокачанного на ловкость, это самое оно. Что для PvP, что, наверное, все-таки для просто обычного сюжетного прохождения. Но не забываем, что клинок сделан из души и босса. Соответственно, прокачивается только чешуйками дракона. Для полной прокачки требуется 15 чешуек. Вот, как бы и все. Так что смотрим.
refused Bigger. Feeble, cursed one. Do you really... Вот такое забавное оружие получается из души Миты. Ну, плюс какой-то, опять же, как уже упоминалось, это быстрота атаки, во-первых. А во-вторых, она еще и травит противника ядом. И это была 56-я бонусная часть видеопрохождения игры Dark Souls 2. С вами был Гарыныч. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока.